Миллион рублей для кукольного театра. Такую сумму выделит учреждению на реализацию творческих идей. 897 тысяч поступило из федерального бюджета по программе «Культура России». Еще 100 из областного в рамках софинансирования. В общей сложности на поддержку региональных детских и кукольных театров в 2017 году Минкульт заложил 220 миллионов рублей. Такую господдержку Ивановский кукольный театр получил впервые. Наш театр кукол до конца года эти денежки должен освоить. Они планируют сделать постановку спектакля по пьесе Лескова «Левша» в классическом таком в хорошем варианте и приобрести новое проекционное оборудование.